просто. Ну, мы и без Геры справимся. ДПС нужен. Особенно по трэш. Это да. Где он? Я не знаю, он бета-тестер. Но он в Дискорде есть, но он ничего не подписывает. Череп, Маша, видишь сзади крест метка? Да, понятно. Короче, с крестика рутанешь, вот тут моба как он будет проходить. Убиваем моба. Да, ну прямо прям порубить, правильно понимаю? Левого. Ну, то есть я прям спускаюсь на лестницу, рута... Да, я понимаю. То есть мне прям можно на лестницу, да, будет выйти его? Да, даже вот, ну, вот, вот здесь стоишь спокойно. Ага. Ок. Не обязательно прям в крестике, может, если он здесь будет идти, здесь идти. Ну, ДЦ придется прям силить-силить. Зашел, ставьте что-то. Перезерзать. А то у меня только одна задача, может быть, активно либо силить, либо рутать. Оперативка маленькая. Ну, я буду помогать распилить. Если прям. Шкаф, 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 шкаф. Ты там скажи, короче. Да, ДЦ, ДЦ, чё, ДЦ. Чё ДЦ? ДЦ самый страшный в мире тут, нахуй. А-а-а. Короче, скажи, если там хуёво будет по диспелу, я по диспелю по Женьку. Поехали пока шмот, потому что я аж уходить буду. Дубина кому-то надо, там Маша. Да, еще. Давай сюда, давай. Я не знаю, где тут на втором. Слышь, ровно надо писать. Ебаный в рот. На оф. Надо? Я вам, блядь, дам на оф. Молодцы, супер сексуальная. Я даже надо не кому-то. Что там? Мне не надо. Это Женьку. Да. Ловкость, вынос, бета-тестер надо тебе? Да, давай. Ролл? Там будет тоже. Вот, я тестил ролл. Я этих шпрах ебучих, можно починиться, я уже заебался летать. Вот это я распылю, наверное. Не-не, дай сюда. На трансмут классная хуйня. Дай-дай-дай мне сюда. Это я одену. Да не, она забавная, особенно Андрей. Стрелка моя. Себя ставлю. У тебя уже дохуя отпади таких, да? Только две падают. Да, объявление рейда. Это ролим? Это, наверное, Женьку, либо тебе. Ладно, Женек, это Женек. Еще ладно. Скорость, меткость. Надо никому, наверное. Кто месяц? Вот это. Там пока поле с вами не падает. Ба. Ну давай. Я хуй знаю. Хуй с ним, давай. Можно уже было бы поле себе купить в этом, нахуй. Залде, 64-й, просто камни перепить. Да у меня есть ЗВД, вот на меткости нахуй перепал в 4. Мне какую-то еще хуйню кинул там. Он просто параши накидал. Не отдал. Тестер, ты с нами, не с нами. Да с вами. Сейчас починюсь только, вроде все. Ну пришлось она трибутать, блять, иначе просто не работало нихуя. Че, все, закончится? Все. Чинюсь и я лечу. Да, ты не думал, что я, ну, типа именно, короче, на винде где-то какая-то хуйня творится? Да ты нет, пробовал другой винде заходить в войну, это типа? Это ставьте рыбу, что-то. Давайте бафы, поехали. Там а именно сломалось у них что-то на коммутаторе. Мне ничего не даешь. Рыбу ставили? Спасибо за ничего. Ты не можешь мне отдать его? Вы не можете передать игрокам, только тем игрокам, которые... А, заебись, заебись.
А что ты там, плащ? Давай. Братик сюда, сами. Давай сюда плащ тогда. А в смысле, он же был, скриншоты вы делаете? Ну, я не знаю, тут только если с этого. А с какого он босса был плащ? С первого. С первого. И что, он вылетел тогда? Ничего не вылетало с вами. Я хз, короче, я пока отдам бой иду, и если что, можешь написать на форум, там разобраться. Ну, чтобы тебе отдали этот плащ, ну, потому что я раз. Хуй знает. Ну, еще раз попробуем. Протиди, пьем рыбу, поставьте, пожрали, бафы дали, все. Да. Сейчас на хп еще покричу. Вырубишь, понятно, огонь. Так, огонь ставь. А, огонь ставь, все. Вы под сопротами, надеюсь? Конечно. Всем пить, то есть да, на пул поехали, еще раз. Войт на боссе, женек на трэше. Ой, это сам, у меня 4 минуты сопрот, может дадите, или на хп выпить? Похуй. Ты трэш танчишь, тогда пей сопрос 100%. Эй, я босс. Трэш танчит, блять, еще раз, он босса танчит. А что кто на... трэш танчит? Женек. Так что, на хп выпить? 3, 2, 1, понеслась. В одной линии не стойте. Клима быть, черепок убили, крестик контроль. Место стали, не умерли. Хорошо. Все, второго отпускаем. Маша не контролишь его больше. Я его сейчас выбью. Бейте моба. Не бейте моба, бейте босса. Найдите, пожалуйста, кругом, где-то, блядь, паком, все, блядь, прям просто все дыхание нахуй лутаете. С другой стороны платформы станьте, там только не в кость. Как это все ловить, женек? Женек ловит трэш. Время выходить с одной стороны. Чё, два? Готовься. Разлей там на них мор, лужи, что-нибудь. Шей, потому что сейчас будет еще выходить. Все, пошли потиху заливать по мобам. Вы не умеют, а что? Войд заберешь с меня, если что. По лону дайте боб, боб по лону. Меня съедят просто. Ко, выбежали все быстрее. Выбежали. Дрочь, не ставь туда ДК, он не соберет ты ебаный трэш вообще, блядь, никак. О, кого мне ставить, давай. Ну, паладин, лужи, он соберет все, нахуй. Лужи ты? Ты это сейчас серьезно сказал? Ну а чем еще? Я уже вообще не вижу варианта, как убивать. Я тебе говорю, пропалу проще там собрать будет. То бишь он себе спокойно собирает и все. У меня вообще. Что, давай? У меня другой вообще вопрос. Нахуя 100 пачек накапливать? Что, нельзя пачку накопить, залить ее, блядь? Или как? Как это вообще делается? Сколько вы мобов копите? КД 30 секунд у ДК. Он не может убирать по КД.
Не, я не про это. Я говорю, мобов вообще сколько этих драконов? Вон там 20 и там 20. 6, 6 пачек выходит. А в пачке сколько? 5? Вот до там 8, по-моему, или больше. Ну, Женек, я не знаю, вот это обязательно должно быть прокачано. Чего за спеки каждый раз какие-то непонятные? Ну, пускай босса танчит, да, и все. Окей, то же самое, только Женек танчит босса. Приготовились, дали бафы там туда-сюда. Рыбу поставь, пожалуйста. Так, сейчас. Мне тут есть... Давайте еще два трая, не убиваем все тогда по домам. Сейчас я одену на Fire Resist за чар, у меня чарка есть. Она, у тебя сколько времени сейчас? Ой-ой-ой. Короче, Женек, смотри, просто танчишь босса, типа, в центре. Если типа бомбы появляются, типа, условно, ты в центре танчишь, просто с боссом двигаешься. Ну, типа, либо отходишь от бомб, все. А потом обратно босса в центр ставишь. Это, и смотри, там, когда решишь заливать трэш, и когда вот все вот так начнут срывать, типа, если вдруг будет срывать с меня, скажи просто Т4 Женьку. А там уже второй раз, когда вторую пачку был, у меня уже масса, да? Да, если кто-то пить будет, мы сейчас, если два раза чем пойдем, мы просто камешек прожмем и пойдем пить кофе, чай, и кто спать нахуй. Поехали. 3, 2, 1, залетай. Мобы вышли. Бэт, если есть в сумке, я сапрот выпью прям сейчас нахуй. Блять, нет у меня сапрот, в том-то и дело. Сумки нет у нас. Я хочу побыстрее. А у меня сотка сапрота, то же самое. 105, должны тысяч больше. Да не, у Бэта просто там пиздец, просто его с дыханием на почти на пол хп. Так там стаков, конечно, дохуище было. Я про бета-тестера, про шамана. А. Чё, этого, по-моему, не надо бить, да? Алло. Этого не бьём. Эти так у меня сапрота, блин, на 30 меньше, чем если б я выпил. Ну, типа, я же эридар. И шаман. Ну, шамана нет тут-то. Так 210 сапрота получилось бы. Заливать уже. Да, мне кажется, можно часть этот, часть если второй танк. Начинайте потиху лить локами и магами. И лить все огоньки. Брать войдер скилл. Сар умирает. Т4. Все, нихуевина. Кому сейчас времени не будет. Бля, мы того еще не добили. Быстрее влезть. Трэш, трэш, трэш. Геру, 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 Геру.
Дай войско, Женек. Он на тебе СС должен быть еще. Забирай трэш. ДК тоже подталкивает трэш на себя, если видишь, что висит на ДД. Локсар умер. Нет, тут надо и ШПшник, чтоб был какой-то на диспеле, и напульщик какой-то, потому что чистая залупа нахуй. Чистая поебень. А чё? Да. Супер. Можно на Локса, на маге, блять, 250 тысяч дает. Бурей. Поэтому всему трэшу. Хайп, прием. Всем спасибо. Короче, типа, надо, типа, с таким ДПСом, то бишь мы не убиваем, типа, надо за два раза, типа, взрывать. Хит два раза, блять, вот надо. Просто нажать ебучий Blizzard, вот просто нажать и все. Почему это так сложно, я не знаю. Ну, ладно. Мы с программой минимум сделали. Всем спасибо за потраченное время. Все, короче, все сделали хорошо, насколько это было возможно. Сами мы сделали проходку, это тоже хорошо. Так что все, не расстраивайтесь. Да, просто рогу и шипешника. Надо. Мы сегодня сильно просто все было это спонтанно, быстро. В следующий раз надо бы просто было бы, ну, рассказать более детально. Что надо, блядь, люто уешить. Да, да еще из-за проходки времени меньше просто. Ну, ничего. Да, да, да. Это вторник, среда, там, если что, если вдруг время будет, если 25-ку с Дексиона не... Ну, или среда, допустим, остается, Зулджина, если что, вдруг кто-то захочет в конце недели добить. Да и этот, в принципе, КД тоже можно попробовать. Короче, среда, попробуем до проноса пособирать, если те же люди будут. Дай, пожалуйста, что я портал ломил, все, спасибо. Да, это топовый рейд для Эрдру. Эрдру вообще самый сильный кассил в игре этой ебаной. Хм. Это да. И ДЦ. На ДЦ вообще, не знаю. ДЦ он просто, знаешь, есть силы, и там есть...